июне месяце в нашей братской соседней стране, в Украине, произошла чрезвычайная ситуация. Были разрушены инфраструктуры населенных пунктов. Пострадало более 150 населенных пунктов. По решению главы государства Республики Беларусь оказывается гуманитарная помощь нашей соседней стране. Это дизельные электростанции, оборудование для ликвидации чрезвычайной ситуации. Наиболее пострадавшая Ивано-Франковская область, поэтому груз доставляем туда. Маршрут у нас отработан. Коллеги из пограничного комитета, из таможен нас встречают, в принципе, сопровождают как и с нашей стороны, так и с украинской стороны.